Доброе утро, миссис Парсонс. Доброе утро, доктор. Скажите, что вы знаете об истерии? Ничего. В острых проявлениях заболевание требует немедленного медицинского вмешательства. Главное – удерживать стабильное напряжение. Мне очень нужен помощник. Доктор, давайте уже! Рук не хватает, чтобы управиться. Мне предложил работу ведущий специалист в вопросах женской истерии. Но ты вляпался. Замечательно. Какой вы хваткий. Это сугубо медицинская процедура, которая стимулирует нервную систему. И кто же она? Она его дочь. Исключительно тяжелый случай. Нелегко, наверное, удовлетворить половину женщин Лондона. Я бы не называл работу врача удовлетворением. Детали определяют там, где вы находитесь, рядом с креслом или на нем. Хорошего дня. Да, еще штучка. Я должен найти способ достойно помочь всем этим женщинам. Французы крайне успешно использовали для этой цели язык. Нет, нет, я о другом. Мое новое изобретение. Боже мой. И еще немножко быстрее. Вот это да! Черт возьми. И на ком же мы его опробуем? Мы не станем прислонять этот опасный электрический прибор к самым чувствительным частям дамского тела. Вам больно? Нет. Погодите, еще раз. Как называется этот ваш приборчик? Он назывался пылесобиратель. Вам стоит подобрать другое название, более дамское. Нас ждут новые горизонты, новое сознание. Женщины станут полноправными членами общества. А это мой электрический ассистент. С вами все в порядке, миссис? Подумай только, что мы еще можем придумать. Вы изобрели устройство, с которым каждая женщина может за несколько минут почувствовать себя лучше. Без истерики. Наше изобретение примут? Представь, что оно будет у каждой женщины.